Программа молодежи и предпринимательства, действующая с 2003 года, за этот час ее участниками стали около 40 высших научных установ из Беларуси, России и Украины. Сегодня в Гомель приехали 19 команд. Есть, до речи, и еще одна команда, якая находится в Гомеле у статусе назиральника. Одна из гродинских школ вырешила таким чином долучить новученцев до предпринимательской деятельности. На международном чемпионате молодь и предпринимательства сапраўды есть чему поучиться. Правда, непосредственно о проведенных проектах команды удельницы до початку презентации ничего не рассказывают. Чемпионат – это споборництво. Отбор проекта предварительно не ведется. Это секрет. Студенты, которые приезжают, репетируют заранее, и они даже репетируют одни, чтобы никто не видел. Всегда сюрпризом является то, что представляется на сцене в день чемпионата. Международный чемпионат молодежи и предпринимательства проходит в рамках Гомельского экономического форума и является практичной реализацией державной программы «Малое и среднее предпринимательство в Беларуси». Этот сектор у последние годы оказывает все больше значный уплыв на огульную ситуацию в экономике, а тому и увага до его повышенная. Зараз, до речи, только на Гомельщине зарегистрировано около 40 тысяч предпринимателей. Есть очень удачные примеры, когда вот эти участники чемпионата перешли в бизнес и уже реально занимаются своим делом. Для нас это очень важно, потому что цель, роль бизнеса и доля в внутреннем продукте, доля в уплате налогов в бюджет, конечно, бизнеса малого растет. Я могу привести цифру. Вот за прошлый год доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса составила в нашей области 23%. Это очень хороший показатель. По великим рахунку, международный чемпионат молодь и предпринимательства – это пляцовка, на которой энергичная, амбициозная и креативная молодь презентует свои распрацовки. Для студентов это махчимость знайти место працы, праз демонстрацию своих махчимостей, а так само пошук инвесторов для реализации проектов. Для предпринимателей – ознаемление с цікавыми для бизнеса идеями и потенциалом будущих работников. Чемпионат как раз один из немногих, где с каждым годом профессионализм выступления растет от года к году. И я вижу, что эти студенты, которые в этом году, точно знают, куда им надо идти на работу. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».